На скамье подсудимых Одинцовского городского суда Ольга Одинцова, 1982 года рождения. Гражданка России, обвиняется в незаконном сбыте наркотических веществ. 8 декабря 2023 года Одинцовским городским судом Московской области вынесен обвинительный приговор в отношении Одинцовой Ольги Владимировны, которая совершила два преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств в крупном размере. Сотрудники правоохранительных органов вели в отношении подозреваемой оперативно-розыскные мероприятия. Ольгу Одинцову задержали в момент сбыта наркотических средств в районе Пятницкого шоссе. Государственное обвинение по делу поддержал прокурор Московской области Сергей Забатурин. Прошу признать Одинцову Ольгу Владимировну виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом Г, части 4 статьи 228 прим. Части 3 статьи 30 пункта Г, части 4 статьи 228 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации. Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и 2 месяца. Отбывать свой срок женщина будет в исправительной колонии общего режима. Карина Гиряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».